работа налажена. Об этом говорит и статистика. В частности, отмечается снижение общего количества преступлений. Ну, как всегда, у нас вместе с тем мы говорим о том, что у нас достаточно еще много проблем. Проблемы, связанные с нераскрываемостью преступлений, проблемы, связанные с кражами в квартирах, и с проблемой с несовершеннолетними, хотя количество тоже их снизилось. Все это, думаю, учитывает, это все будет учтено в решениях наших. Вот, радует то, что руководство управления понимает все эти проблемы, высказывает предложения по усовершенствованию работы. И мы надеемся, что общими усилиями мы общественную безопасность нашу улучшим. Мы считаем, что городская палата после ее образования также будет давать общественную экспертизу проектам нормативных актов города Ростова, будет поднимать те или иные важные вопросы местного сообщества, выдавать рекомендации, в том числе органам власти, контролировать от имени общественности исполнительную власть города Ростова. И есть основания, что общественная жизнь в городе с приходом данной палаты станет более активной.